Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. Одиночное столкновение. Будем пока одни поиграем, давайте. Потом возьмем, может быть, с напарником поиграем. Хорошо, я играю за орла. Так, вот у нас такой орел, которого мы открыли с вами совсем недавно. О, мимо, я промахнулся. Вот убегать не надо, просто пешочком ходим, идем, смотрим. Где-то здесь еще должны быть у нас какие-нибудь коробочки. Сейчас мы здесь пройдем, проверим все, ребятушки. Может быть, кого-нибудь даже щелкнем. А, вот, смотри, Тик. Тик, Тики. А, Тики кидает бомбочками, вонючка. Тихо. Чё это за месиво здесь такое? Зарубилово, алё. Давайте немножко отойдем. А мне нужно еще бочек. Ох, тихо, смотри, прыгалка. Прыгалка, прыгалка, прыгалка. О, спайки, спайки, спайки. Это у нас новый бравлер, Спайк. Где он тут? Вот он, чуваки. На, ух ты, какой ты сильный, алё. Прокачанный, смотри, до меня идет. Он, видимо, решил меня уничтожить. На, гад. Так, он включает, смотри, какой блокиратор. Это он умеет. Блокиратор. А, у него еще это прыгает. Через это все перепрыгивает. Смотри, ах ты гад. А, какой он интересный. Смотри, ребята, этот Спайк. Давайте последим за ним. У него получается оружие. Офигенное. Он бросает через любые ограждения, считай. Ага, он уже 5 банок собрал. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Убил тетечку, нифига, у него уже 7 банок. Что я против него мог сделать, ребята? Он сейчас всех зафигачит. Видишь, что он творит? А, смотри, смотри, он в отравление пошел. А, здесь все получается, нифига, все в отравлениях, офигеть. Ну понятно, что он выиграет первое место. Конечно, смотри. Да. Ох ты, он его убил. Он убил этого Спайка. Офигеть, офигеть, ребята. Ну, мы получили 6 кубков. Отправляемся дальше. Играем снова. Угу. За нашего орла. Да. Он, возможно, тут тоже появится. Но это не точно. Это не точно, ребята. Он может появиться, может нет. Так, давайте сразу открою баночку. Ё-моё, давай еще один раз. Хорошо. А тут я вижу еще один сундучок. А, ну здесь слишком много чуваков прибежало. Давайте я попробую вот этого чувака щелкнуть. Да, я его щелкнул, ребята. Так, тихо-тихо-тихо. Кто там такой умный? А, Динамайк. Иди сюда, я тебя щелкну сейчас. Динамайка. Ага, давай-давай-давай. Иди сюда. Кто, Динамайк или Орел? Кто выиграет? Так, этот баночку подкинул. Ох ты, гаденыш, убил меня. Угу. Так, давайте посидим за Динамайком. Может, это будет герой наш, который выиграет, всех вытащит? Сейчас посмотрим. Динамайк хочет Джеки убить. Ой, Джеки молодец, расфигачила этого Динамайка. Отомстила, так сказать. А, ну давайте посмотрим уже, кто выиграет. Так, у нас получается... Пенни, что ли? Давай, Пенька, давай. Ага, нифига. Нет! Все, Джеки выиграла всех, получается. Так, может быть, поменяем? Слушай, какого-нибудь другого возьмем? Давайте тоже... Я хочу Динамайка взять, ребята. Я хочу взять Динамайка. Где мой Динамайк? Вот он. Пошли, сумасшедший Динамайк. Поиграем с тобой. О, 10 бойцов. Сразу, смотри, как быстро нашло. Нашлись. Так, где у меня Динамайк будет? А, вон там Кольт сидит, ё-моё. Так, Кольт мне не интересен. Нита, может быть, Ниту попробовать щелкнуть. Я даже знаю, где она прячется. А, вон Ниточка прячется. На, получай, слушай. Ага, на-на-на-на-на-на-на. А, все, она кокнулась. Мы ее кокнули, прикинь. Нормально, да?
Так, а мне нужно вот эти две баночки взять. Давай. А что, я тут пройти не могу, что ли? Нет, все нормально, прошел. Все, три банки у нас, ребятушки. Хорошо. О, сколько тут много, смотри. Кто там еще стреляет? Алло. А, орел. Да, я тебя сейчас щелкну, подожди. Орлишка, орлишка. Нет, убежал орлишка, слушай. Ага, убежал. Так, хотел его щелкнуть. Ну, подожди. Сейчас мы подождем. Вон, Джеки ходит. Джеки, Джеки, Джеки. Ага. Тихо, тихо, тихо. Все, я всех пощелкал, у нас столкновение. Офигенно. Офигенно, ребята. Наконец-то. Два бойца осталось. А, вот. О, с Дэрилом я, с Дэрилом, ребята, с Дэрилом. Ё-моё, он меня сейчас щелкнет. Так я и знал. Эх, а был-то я рядышком к победе. Ну ладно, все равно. Ранг мы повысили. Опыт добавили, жетоны получили. Играем снова. Ну, 38 на жетонах тоже неплохо. Ну, вообще неплохо. Хорошо. Так, где? А, вот я стою, ё-моё. Так, давай сразу. Расфигачим. А, чё, ну, с одного раза не получилось? Ладно, давай этот сейчас щелкнем. О, у нас тоже такой же друг, как Динамайк, только Барли. Барли, дружище, дружище. Так, пчелка бегает, пчелка вонючка, она мне не интересна. Ох ты, босс. А, босс, да ты подумай. Тихо. Так, я смотрю, на, вонючка тебе тоже. Бомбочек, тебе не надо бомбочек, а, алло, друг. Все, щелкнулся, щелкнулся. Так, этот орел бегает, сумасшедший. Давай мы орла зафигачим. На, орлишка, получи подарок от меня. На-на-на-на-на, у меня много подарков, слушай, до тебя. Да, конечно. Я тут спрятался. Так, у нас, ребята, до сих пор очень много бойцов. Давай уже, щелкайся. Да щелкайся, я сказал. Все. Так, розочка позабирала все, гадина. Представляешь, это я ей помог. Этой розочке все собрать. Может быть, я розочку сейчас еще щелкну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, этот поставил бомбочки. Так, а что он там бегает? Он что, живой еще? Так, а ну-ка, иди нафиг, Роза, иди отсюда. Так. На, дружище, повзрывайся, может быть. На тебе бомбочку я даже дам. Есть, щелкнулся. А, Дэрил позабирал, Дэрил позабирал. На, Дэрил. Ах, вонючка Дэрил. Отвали от меня, вонючка Дэрил. А, убил меня. Ах ты, Дэрил, Дэрил. А орел, смотри, неубиваемый вообще. Его не убьешь. Давай, отомсти за меня, Дэрила, убей. Хорошо. А розочка все забирает. Смотри, какая она хитрая, а? Розочка ходит, все собирает. Так, ну Роза, видишь, она ближний боец. О, нифига. Сейчас этот понаставил бомбочек, нифига себе. Так, ну она его щелкнула. Ну, у нее куча банок была, она понасобирала этих банок. Я ей даже помог банки собрать. Как-то так. Как-то так, ребята. 16 всего лишь жетончиков мы получили. Может быть, кого-нибудь мы другого еще возьмем. Давайте посмотрим. А возьмем мы с вами, ребята. Давайте покаёшечку возьмем. Покаёшка, покаёшка. Давно не играл за покаёшку, кстати. Давненько не играл. Сейчас мы сыграем. Разочек в каточку пробежимся. Вижу, 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 вижу вкусняшу. Так, да. Ребята, покаёшка очень слаб. Очень слаб, просто катастрофически слаб. Ой-ой-ой-ой, давайте вы там между собой деритесь. Зачем я вам нужен? Так, может этого успеем щелкнуть? А-а-а. Ну, этого лучше не щелкать, пошел нафиг. Я знаю, какой он бывает сильный, ребятушки. Вот он и за мной пошел, спрятался, я вижу. Так, ладно, давай мы ему подарим музыку. Музыка тебе нужна? Ух ты, я вижу, что ты тут стоишь. На, сейчас тебе розочка щелкнет. Сейчас тебе розочка щелкнет. Вон она, роза вонючка стоит, я тебя вижу.
Блин, какая она быстрая, слушай, а? А чё она банки не забрала? Смотри! А ты чё, Роза? Странная какая-то Роза. Даже банки не забрала, пошла дальше мочить кого-то. Да, вот это я... Вот для меня это остается загадкой. Загадкой. Почему она не забрала банки, те, которые я оставил? От меня, которые оставились. Так, а вот этот дурачок, а ну-ка, щелкни ее. Беги вниз. Там банки, там банки. Да, 6 кубков. Тоже весьма неплохо, ребятушки. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Баночки. Мы сундучки, кстати, накопим 15 сундуков, мы их откроем, ребята. Но обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите какой-нибудь комментарий мне. Так, у меня два входящих. Сегодня воздета апреля защита или получение званий успеет только сегодня и через месяц. Что такое? А я это пропустил, что ли? Что-то? А, Нубик. Ребята, у нас чемпионат. Он будет проходить каждый месяц. Та-та-та-та-та-та-та. Завтра в 16:00 будет. Ух ты! Ага. Это нужно поиграть с этими ребятушками. Хорошо. Клуб. Клубик, Нубик 77. Нет, что-то добавляет или не добавляет, непонятно. Ну что ж, дорогие друзья, всем пока-пока. До новых встреч.